Так, друзья, мы сейчас меняем тормозной цилиндр оперативно. Собрали квадрик. Тормозной цилиндр морочил голову. Соответственно, сейчас мы купили оперативно тормозной цилиндр новый. Для того, чтобы поменять тормозной цилиндр, необходимо отодвинуть лапку, потому что иначе не подобраться к нему. Снимаем стопорные кольца, освобождаем цилиндр, выкручиваем два болта вот таким образом, выкручиваем шланг. Здесь две медные шайбы, их желательно не потерять. Так, таким образом выглядит старый цилиндр. Мы устанавливаем комплект нового цилиндра. Такой вот новый цилиндр. Штатные места. Цилиндр сразу накручиваем шайбой, наживляемся, потом протягивать будем. Шланги все новые, бачок новый. Надеваем второй контур. Вот. Наживляем шланг. Закручиваем все от руки. Потом притянем уже, когда будет все стоять, чтобы шланги удобно расположились. И потом немного было маневров с ключом гаечным, потому что туда не особо удобно подбираться. Поэтому затягиваем все вручную, то, что получается. Натягиваем, надеваем обратно датчик. Устанавливаем фиксатор. С внутренней стороны он ставится немного геморно. Но его поставить надо.
производим замену суппорта. Суппорт у нас тоже оказался мертвый. Вот такой вот суппорт. Сейчас мы его будем ставить, сдвигать. Колодки раздвигаем. Так. Устанавливаем сразу шланг. Суппорт оригинальный. Итак, друзья, сейчас мы будем прокачивать тормозную систему. Она у нас завоздушна. Вытаскиваем. Откручиваем штифт. У меня вот такая штука для прокачки. Подключена к компрессору. Подливаем жидкость в бачок. И дальше прокачиваем, пока не будет выходить